связи с сложной ситуацией для нашей страны время, в связи с чудовищной атакой со стороны вооруженных сил Украины на нашу страну, мы, предприниматели Раменского городского округа, помогали, помогаем и будем помогать нашим соотечественникам, которые остались в беде. По поручению главы Раменского городского округа в Раменском молодежном центре по адресу Левашова, дом 21/1, открыт пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Курской области. Невозможно остаться равнодушным к трагедии наших соотечественников, граждан Курской области. Раменские спортсмены тоже решили не оставаться в стороне и помочь гуманитарной помощи Курску и Курской области. Мы, конечно, привезли в первую очередь пострадавшим в Курской области это вода, продуктовые наборы, вещи первой необходимости. И теперь будем всегда это делать и стараться первыми оказать содействие нашим соотечественникам. Мы не смогли остаться равнодушными к трагедии, которая произошла в Курской области. И чем смогли, решили помочь нашим соотечественным продуктам первой необходимости. Телефон наш 3-12-14. По нему всегда можно получить консультацию. Приглашаем всех неравнодушных жителей помочь нашим согражданам, жителям Курской области, принести гуманитарную помощь. Раненым желаем скорейшего выздоровления, чтобы у них все было хорошо, у их семьи тоже. Курск, мы рядом. Курск, мы с вами.